Ты один победил, один угадал. А сейчас же можно разговаривать. Да? Я же на YouTube полную матчу выкладываю. Извиняюсь. Да, говорю, вообще никому, да, не проиграли еще. Даже очков не теряли. Ничего не жалко. Контроль, да.
Что, без щитков можно, да? Без щитков можно. Минки нельзя в разумном. Тут... Mm-hmm.
Не, ну реально в мяч сыграл. Что? В мяч сыграл. В мяч сыграл, а за какую карточку тоже надо, да? А, за язык? Ну, во-первых, ну, а во-вторых тоже за язык. Тимофей зарешает. Оператор требуется в группе. Уже все, уже нашли. Уже не требуется? Уже ты все? Нет. Я ж в армию хожу. Я ведущий буду. Ведущий, так передать? Серьезно? Давай, всех потянули. Я в перерыве расскажу тебе про эту передачу. Ты что там? Нормально, да? На высшем уровне. Я понял. Тима, ты поворот! Тима, иди левее, дай чуть-чуть!
Ну, 15 где-то. Плюс привет все там. Заранее, да. Первая 30, ты чё? Первая 30? Да, вторая, третья, 25. Да ну, не гони. Вэл. Было? Давай, родные! Блин, Ярик нормальный, да, психолог? Тридцать.
Вон пацаны сидят на спорте. Я с ними тоже убегаю. Не, спасибо. Я бы сейчас побегал, конечно. Я бы сейчас побегал. Идите. Сука, прикинь, комару кусил туда, куда кусал другой. Двадцать четыре. Я сам только узнал, что по 30. Просто судил все время, блядь, заебал свести за домой. Ну, Саныч неплохо с этой, с горой перчатки скинул раньше времени. Саныч? Тут было, да? Да. А, прости, тут тоже.
его зацепили, он упал. Судья такой, да я это что добавлю, все равно он сразу подсказал, добавишь, да, ну нормально тогда. Прости, красавчик, машиняк, он уже сколько сыграли, 5 игр. Где вы его нашли? Он... А, он же все, он же уже умер. Да не, он там. Вернули вы его, да? Что? Вернули вы его к жизни. Он тебе говорит, что вернули его. Угу. Ну и все, и потом его вообще не было нигде. Ну да. Я Денчик не знаю, ничем он красавица. И внука тоже оживили. Восстал из мёртвых. Блять, отошла, сука, бронеплёнка где-то, да. Ну и тоже кореш купил пленку, подходит, говорит, мне нужна эта, матовая нужна. Они ему такие, ну на, матовую, на, наклеили. Потом он деньги платит, они, ну это не матовая, это, короче, похожая на матовую, но надо, чтобы солнце отсвечивало. Первый момент за игру. Данил шел, ушел. Данил? Не, вон он сидит. А, самый первый. Пошли самые быстрые 2 минуты тайма. И то старается, иногда выигрывает. Если летит по головой, значит, там внизу. С ним сложно, на самом деле, бороться. Высокий. Средний, но высокий. Ну да, мы тоже, когда в Шебекино ездили, я повыше, чем он. Я пытаюсь прыгнуть, он под меня под силу упал, все. Свистнули. Так, меня ставили с ним на угловом. Он меня вот так вот взял, просто вот так вот. Я понимаю, что если он меня толкнет, я скажу, братишка, играй, вставай. А если я его вот так вот просто возьму, он так вот так вот упадет, поставит точку. И он все как я успел ногу засунуть, чтобы там, он когда перекладил, помнишь, попал, Заменил, да я успел ногу засунуть, как бы гол был. А если бы я его схватил больше за маечку, там вообще тогда было. Точно точку поставил. Соотношение меня и его. Я, блядь, почти на картах, блядь, он чуть присел.
Или ты можешь быть чуть-чуть дотронуться. Один Тима остался. Да ебать, Тимофей, ебаный в рот. Дисквалификация на три матча. Куда? Я за него переживаю, что ты забил. Такой он, да, простой парень, но если что, дать может раз. Бля, Джамовский любитель, конечно. Дорогущий. Качество просто было. Пацаны, дам потом, который Джамовский образованный. Ооо. Двое на сезон, реально двое. Конечно. Пятка проваливается. Да, 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 да. За два матча она буквально стирается полностью. У меня Nike с носком. Я в них бегаю вот уже третий год, мерки. Вот третий у год. У меня тоталы. Вообще, они просто бомба. У меня тоже тоталы кожаные, настоящие, прошитые. Они тоже уже вот четвертый, пятый. Но они, правда, сороконожки. Но у них все равно, вот я в разумном бегал тоже нормально. С вами нормально, так полюбились. Два матча, две ничьи, ну что это такое? Вы же сейчас с нашей второй командой играете. Ну, я говорю, два матча, две ничьи. Ну, мы с вами... 1-1 и 4-4. Да, 1-1 на такой ублюдской вообще поляне было. Ага, фу, вообще зал. Там погибнуть можно в этом зале, метр на метр, да. И скользко. Да. Лупить в пустые? Не, именно лупить, блядь, чтоб так, нахуй, чтоб саджика, нахуй, залетела. Гуди не любит. Вообще, просто хоп, накроем. Ha ha ha!
Муха просто герой минуты. Качели пошли. Мокрая, понял, бусок. Я теперь чувствую, как у меня антохи. Кожа вот так вот стала, как после ванны. Красная. Никому. Вообще ничего не дал. Была. Кто забил? Малой забил, он семерка. Семерка. Я, конечно, болею за гору, чтобы они... Очки, да, забрали, да, Белогорье? Да, но с точки зрения пацанов, блядь, я хочу, чтобы Белогорье выиграло. Хочется, чтобы они затащили. Попова еще никого нет. Кстати, а где кабан? Да уехал по работе. А где он работает, что он уехал? А хуй его знает, в Саратов, в Кастро говорит. Шихарь Ковчега. А, да, я помню. Зачем? Хорош.
Второй Ванька и третий Вася. Вася слава. Ванька тоже слава. И Тимофей как-то поехал. И Тимофей поехал. Да, укол делал. Чтобы его чуть-чуть подпустили. Опять Ярик поспешил. Да сокол по земле просто катнул, Ярик сразу выпнул его вперед. Надо было убегать и кольфу накидать. Опять поспешил. Ох, ебать! Давай!
Джо! Было. Было, да? Ну, да мне тоже, блядь, показалось, что было. Было? Да. Проходи повтор, посмотри. Да, оба мелких орали, 97-й и 7-й. Да я там что, нет? И там тоже, да. Первый, нет? Да. Сраться будет прикольно.
Не, опять стенка где стоит. А чё Ярик не просит? Ярик! 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 Блять, пусть стенку считают, ёбаный свет! Малой нормально стрельнул, да? Да. Концовка вообще. Будет концовка. 5 минут осталось. Ответ Виталика, да? Вызов. Оп. Пенальти, где не поставили. Было? Да 100%. Нарушение с моей стороны было. Да. Было. Ну, я там, я не знаю. Штрафы. Было, было. Да 100% было. Не видно, было. Пять шагов? А не 8. Да, там 4 метра стоит. Да 8 метров, по-моему. Шучу. Я просто не пойму. Блин, а ты меня проверяешь? Нет, я просто судью проводил. Я не пойму, что судья не считает? Тут, блин, стенка 3 метра максимум, все время стоит 4. Ну, давай! Малой, стреляй. Да. Ну да, да. Ну так, походу, так и ходит судья, да? А можно как он ходит? Ну как? Нет, да. Но правило, то есть написано по шагу, а там что метр. Ох, ебаная.
тебе. Ничего не добавил. Не добавил?